Это аллея на пересечении Нововокзальной и Старозагоры – излюбленное место жителей. Сейчас территорию приводят в порядок. Работы начали пару недель назад. Уже заменили асфальт, спилили сухие ветки с деревьев, посадили цветы. Заканчивают укладывать плитку на тротуарах. Горзеленкос сейчас занимается тем, что завозит грунт, обновляет его, будут посажены отдельно газоны травяные и, соответственно, цветочницы. Но основное пожелание жителей, конечно, которое учтено, делается за счет инвесторов. Помимо аллеи благоустраивают и прилегающую территорию. В сквере напротив проложили асфальтовые дорожки и заменили освещение. Проконтролировала, как ведутся ремонтные работы, глава Самары Елена Лапушкина. Очень рада, что наконец-то руки дошли. Конечно, это такое не грандиозное восстановление, но тем не менее порядок мы начали наводить и на этом уголке нашего замечательного города. Закончить благоустройство аллеи планируют к осени этого года. Мария Илчан, Василий Колдашов, Константин Головин. События.